Сезон ремонтных работ на магистральных тепловых сетях в самом разгаре. Как правило, тепловики стараются не перекрывать на время реконструкции движение полностью, но порой это неизбежно. Так было в случае с улицей Вольной. Другого способа, кроме как временно ограничить здесь проезд транспорта, не было. Сейчас ремонтные работы вступили в активную фазу. Альтернативные пути движения есть. У автомобилистов проблем с объездом возникнуть не должно. Официально работы продлятся до конца июня, но ПАУТЭ Плюс рассчитывает завершить их и раньше. Немного потерпеть ради теплой зимы придется и местным жителям. На сутки до утра завтрашнего дня ограничено горячее водоснабжение в ряде окрестных жилых домов. Полный список адресов можно уточнить на сайте администрации города. На это время мы ограничиваем горячее водоснабжение для того, чтобы установить заглушки на тепловых сетях, что, в свою очередь, позволяет избежать продолжительного отключения горячей воды на время проведения работ. То есть мы можем проводить работы без длительного отключения потребителей от горячей воды.